Всем привет, друзья, с вами Бади. Мы играем LA Noir. И поздравляю, нас повысили. Мы теперь в отделе нравов. Благодаря нашим недюжим индуктивным и дедуктивным методам мы попали в этот отдел. Это наш новый напарник. Личность весьма-весьма неприятная. Но даже несмотря на то, что он считает себя крутым перцем, водить будет он. А я буду ехать в удобных для себя условиях. My sled. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in vice cold. Meanwhile, we got needle freaks kissing it goodbye all over Central Avenue. У нас дело, два афроамериканца умерли от передозировки армейским морфином. Убийствами мы теперь уже не занимаемся, занимаемся теперь наркотой. Ну, хоть какое-то разнообразие, потому что осматривать окровавленные трупы женщины, если честно, порядком поднадоело. И слава богу, что мы раскрыли это дело. И, как вы помните, не зря мысли о том, что все эти дела связаны, у нас появлялись. Заходим на место преступления. Последняя дверь слева. Благодарю. Что ты думаешь? Ты и Мал – хорошие друзья, правильно? So go talk to him already. Там ждет нас наш любимый коронер. Вот у него работенка. Ну, без проблем, тебе тоже привет. Кстати, работенка, целыми днями просто смотреть трупы, разделывать их, искать причину смерти. Это надо иметь определенный склад ума. Очень уж отвлеченный. Carruthers, Phelps, I've been reassigned to advice. What have we got? Two stiffs, overdosed, been dead a couple of days. Government issue morphine? We use the same syrettes in Okinawa. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them. The younger one's a two-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system. But those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do. But we can't change people. The truth is, everyone wants the license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it? See it any other way, and you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Ну, как я и говорил, наш напарник – личность весьма-весьма неприятная. Но очень уж он скользкий. Так, давайте по порядку. Стаканчик с попкорном или что это? Черный Цезарь. Забегаловка напротив. Что примечательное дело называется Черный Цезарь. То есть это у нас зацепка. Что-то прикреплено сзади. То есть продаю попкорн, а под донышком наркота. Ну, первое, что идет в голову. Ладно, зацепка. Так, кошель. Чей кошель? Давайте сначала посмотрим, чей. Ламонт уже отсюда вижу. Водительское удостоверение на имя Тайрона Ламонта. Мужчина, 22 года, волосы черные. Тайрон Ламонт, not even 23 years old. Хорошо, что наш напарник их обоих знал, то есть мы и так, в принципе, могли их личность удостоверить по этим документам, но он нам и жизнь облегчил. Выплата по 746 номеру в субботу вечером, корешок с цифрами. Только выплаты почему? Какой-то, что ли, ставки какие-то, ипподром или что? Ладно, разберемся. Тоже зацепка. Вот так вот. Присели очень и очень полезно. Так, тело осматривать не надо, да, я так понимаю.
knock you out for combat trauma. Two of them will stop your heart. Так, давайте с головы начнем. Глаза закатаны у него. Хреновастенько ему было, это видно. Ладно. Давайте на руках посмотрим. Уже вижу, что у него в кармане что-то есть. Наркоман, да? Дырки от шприцов. Ладно. Давайте сначала руки осмотрим. По нашей обычной традиции. Ну и здесь то же самое. То есть на каждом локтевом суставе по три дырки. Так, теперь давайте посмотрим, что у него в кармашке. Может быть, что-то полезное. Так. Второй. Водительское удостоверение на имя Корнелла Юстаса Тайри. Мужчина, 21 год. Ну, они ровесники. Тоже молодой. Как в той песне, да? Буду помирать молодым. Джей Джей всегда слушает 275 FM. Ну ладно, тоже какая-то зацепка. Пока только зацепки, и как-то связать их довольно тяжело. Так, все, здесь больше ничего. Пошли сразу осмотрим второй труп. Да, вот они. Дозы армейского морфина. Так, здесь больше смотреть нечего, да? Ладно, выходим. Теперь давайте смотреть картину и начнем, пожалуй, против часовой, потому что там больше места, здесь всего лишь спальня. Ага, еще вот эти ящики с попкорном. И тоже сзади прилеплено. Ну, схема уже понятна. Более чем. Так, одежду искать здесь обыскивать не надо. На столе давайте пошаримся. Здесь что-то много всего. Давайте начнем с попкорна. Да, то же самое. Или они очень любили попкорн, или пить на донышко пластырь, или это схема. Мое богатое воображение. Музыка Эндрю Хейла и Саймона Хейла. Из моих объятий ты ускользаешь опять, а как хочу я тебя удержать. Для тебя всегда. Ну, вполне возможно, что связано. Ну, видно, что у них там скрипка лежала, труба за кроватью, все какие-то музыканты. Что за записулька? Ребус, странные каракули, какой-то фрукт, колокольчик и Уин. Ребус, чё? Ладно. Запишем, так сказать, в дело. Так. Ну, опять морфин. Давайте начнем с него самого. Видимо, еще запечатанный пузырек. Шприц-тюбик с раствором морфина. Ну да, это армейская вещь. То есть раненых ей колят, чтобы они облегчить им страдания. Не позавидуешь. Ну, проверяем все, вдруг он там что-то новое найдет. И использованы уже. Ну, то же самое, только уже использованная вещь.
Must have been the easiest fix these two ever had. Ну да, для наркоманов-то удобно, ничего готовить не надо. Открыл, вставил, нажал. Теперь остается вопрос, каким образом этот наркотик попал на улицы LA. Так, давайте на кухоньку зайдем, может, что интересное найдем. Да, попкорновых этих стаканчиков здесь просто уйма. Ну, еще один. Каждый проверять, конечно, глупо, но... А, тут мы сзади нашли. Шприц-тюбик. Яд, раствор, тетрата, морфия. Но эту схему я раскусил еще после первого стаканчика. Поэтому удивляться здесь не стоит. The Emperor across the street appears to shift a lot of popcorn. Let's shake him down. Так, ну все, в принципе, здесь мы закончили. Пошли. Где у нас тут через дорогу попкорн продают? Это кинотеатр, что ли, или что это, Черный Цезарь? Попкорн обычно где в больших количествах? В кинотеатре. Ну или в каких-то парках развлечений. Так, пошли искать этого Черного Цезаря, где он? А давай, дружище, ты довезешь нас туда. Кафе Черный Цезарь. Бегать, искать его желание нет. Ага, ну вон флажок нарисован рядышком. Тогда побежали, смысла нету. Ехать. Я флажок не сразу увидел просто. Потому что он не был отмечен. Так, вот оно, да, у нас? Черный Цезарь. Больше не кафе, как так, уличная лавка. И самый популярный товар у них попкорн. We're inquiring into the death. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Побежит. Get that son of a bitch. Ну, по-другому я и не ожидал. Музычка веселая такая. Так, пистолет достать не могу, значит, тупо бежим. Так. По практике сильно его догонять на трубе не надо, иначе получим каблуком по лбу. Так, куда он побежал? Не вижу. Оп. Быстрый, блин, кенийский бегун. Ну, вроде догоняем потихонечку. Обрежем его. Оп. Давай, 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 давай. Оп. Ну ты, блин, обезьянка. Ловкая какая. Ага. Эдди, help me out, man. They're trying to kill me. You gotta help me out. What the hell going on here? Morgan! Not you? You picked the wrong cop, you fucking animals. Оп, 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 оп. Давай. Оп, оп, оп. Что, подло? Валяйся давай. Morgan. Half an answer is no answer to me, asshole. Fleetwood Morgan. Keep an eye on him, Roy, while I take a look around. Keep very still, Fleetwood. Don't give me an excuse to shoot you. Так, ну здесь, я так понимаю, нужно найти улики, именно стаканчики, то есть с попкорном. Давайте начнем по порядку. Ага, труба. Все-таки что-то с музыкой связано. Так, это какое-то приспособление. Не особо сильно в музыкальных инструментах, но, видимо, для усиления звука. Ага, вот такие мы видели. Отти. Нелегальная лотерея. Гарный притон.
Так, значит, и у того были такие же билетики, уже можно ему это предъявить, связь. В то время, получается, лотереи были нелегальные, да? Бесплатный билет джаз-клуб «Синяя комната». Выдано антрепрентом Джеремом Джонсом. Ладно, у нас уже появилось из одного чемодана несколько завязок, это хорошо. Так, а вот у нас, по-моему, и стаканчики, если я правильно понимаю. Да. Шприцы, тюбики с морфином. Осторожно, вызывает привыкание. Так, ну давайте, в принципе, мы то, что хотели, уже нашли. Ну давайте обычно, может быть, что-то еще найдем. Это упаковка из-под яиц. Что-что, это нам не особо важно. Здесь у него бургеры жарятся вкусные. Так, ну в принципе, наверное, можно его допрашивать уже. Основные улики мы нашли. Как мне кажется. Давайте еще раз пройдемся на всякий случай, чтобы ничего не упустить. Да, судя по звукам, уже все найдено. Ну давай, Морган. Фриман. Не, я не в тупике, я не ту папку набрал. We're inquiring about the deaths of two men in an apartment across the street, Fleetwood. We want answers. Of course. I'll do my best, mister. Так, два вопроса. Перед тем, как задавать, давайте посмотрим улики, чтобы понять, чему можно предъявить. Шприцы, тюбики с морфином, найденные у наркоза, да? Стакан для попкорна с морфином, найденный там же. Корешок с цифрами, фрагмент квитанции погибшего наркомана. Записка с радиостанции. Джей Джей. Кто такой Джей Джей? Джей Джеймс, по-моему, был такой, тот, кто был написан на билетике. По-моему, это именно он. Сейчас проверим. Странные каракули. Нелегальная лотерея уже найдена у этого парня. Пропуск в синюю комнату. Морфин для продажи. Так, давайте посмотрим людей. Правильно я понимаю, Джей Джеймс? Да, Джерман Джонс. Джей Джей. Слушает радио такое-то. Ну, связь есть. Отлично. Давайте его допрашивать. Жертвы передозировки морфина. Ну давай, рассказывай мне еще. Сразу же видно, что врет. Так, ну здесь очевидно, что мы уличаем его во лжи и говорим о том, что у него найдена коробка с морфином. Да без проблем, дружище. Морфин для продажи. Flipping burgers and strapping jolts of morphine to the bottom of popcorn cups, Fleetwood. Now I want the truth. Who supplies the drugs? Cat by the name of Armstrong Edwards. He brings the stuff around about once a day. I know Armstrong. He's a two-bound, strictly small time. Who's he working for, Fleetwood? Jermaine Jones. Отлично. И опять мы услышали Джей Джей. То есть он главный распространяет наркоты. Найдены квитанции лотереи. And resisting arrest. Tell us about the numbers if you want our help. Look, the numbers are the white man's tax on poor folk. Alright, now what else you want to know? Так, что он сказал? Плата, которую платят ему. Предъявить ему, в принципе, можно только найденные у него блокноты, но он про них и так сказал. Значит, он не отрицает их наличие, значит, мы сомневаемся. Сомнения. We have an address on the slips. We're gonna go down there now and rat you out, Fleetwood. Tell whoever it is that you rolled over and gave them up. No. Look, I've been cooperative, okay? Now you gotta help me some. Fleetwood, I'm gonna speak personally to the judge on your behalf. A name, Fleetwood. Look, he's a real slick dude. Wears a hat and swings a cane. Goes by the name of Merlin. All right, I ain't got a last name. See you at the station, Fleetwood.
Wait, you're gonna help me, right? Of course, kid. You helped us out. We always like to repay a favor. Can you see that Fleetwood gets a nice cell, Wallace? One with a window and a nice fresh pillow. Так, что у нас по зацепкам? Имена-то надавались нам, а место только одно. Игорный притон и лотерея, рабочий адрес Мерлона Отти. Парень с тросточкой. Дружище, ты зря сюда сел, ты поедешь за рулем. I heard you were in the blue room the other night. Shouldn't you have been at home? Tucked in bed with the wife and kids? Where I go is your business. It couldn't have had anything to do with a certain delightful but damaged German girl, could it? I don't know what you're talking about, Roy. Я тоже это заметил, что он ходит в это заведение и смотрит на певичку. Что-то его к ней тянет. Игорный притон. Парадного входа, соответственно, нету. Это логично. Заходим. Так, что у нас здесь? Музыка не играет, значит, пофигу нам на улики, пошли выше. Кстати, там есть телефон, надо было позвонить. Давайте сначала сюда сходим. Detectives Phelps and Earl, LAPD. My name's Merlin Odie. I run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you? I'll pay my kick to the Watts, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you that criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Так, это он Мерлин, да, с тросточкой. Кстати, у него есть телефон, давайте позвоним сразу, потому что что-то меня напрягает, что я не позвонил. Может, что-то важное? Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need an address on a Jermaine Jones musical booking agency. Just a moment, detective. Jermaine Jones. The office is listed as 5528 Santa Monica Boulevard. Thanks for your help. Хорошо, у нас появилась еще одна зацепка. Но мы начнем с этого, потому что мы уже здесь. Как бы это логично. Что у него здесь, бильярдные кии? Бейсбольный мяч с какой-то подписью. Ну, фанат, видимо, бейсбола. В Америке это очень распространено. Они собирают карточки, мячи, биты, все подряд. Так, телефонов у них здесь куча. Ставки принимают. Коэн took over the wire service from Siegel, right? Ничего не понял, ну ладно. Так. Что-то нам так подсветили этот аппарат игорный. Семь. А, все, понял. Ну, это простой игорный аппарат. Я пару раз такие играл, когда они еще не были запрещены. Так, у нас там была комбинация, если мне не ошибает память... Проверим память мою. Вишенка, колокольчик, win. Итак, мне здесь никакие не нужны. Здесь тоже никакие не нужны. Что-то моих никаких нету, чтобы их удерживать. Не подходит. И здесь тоже не подходит. Я что-то выиграл, нет? Будем делать, пока не подойдет наша комбинация. О, отлично.
Ага, вот она комбинация была, которая даст нам ответы на многие вопросы, да? Давай начнем по часовой с этих карточек по выплатам. Какой ты сделаешь вывод, Фелпс? Понедельник вечером. А то, что он с ним связан, тоже понятно. Так, морфин. Один шприц. Ну, то же самое здесь. Важен вывод, который Фелпс сделает. Так, а вот это, видимо, что-то новое, важное. Грузчики Рамеса, Лос-Анджелес, Калифорния. Получатель Отти, доставляем быстро и аккуратно. Найти адрес грузчиков Рамеса. Заведение Рамеса, наша следующая остановка, ладно. Ну, так, что ж ты будешь делать? Опять все убегают от меня. В этом деле от меня все убегают пока. Такой приличный мужчина в шляпе с тросточкой офигачит побыстрее еще того негра, которого мы первый раз допрашивали. Блин, я думал, то он упал. А он просто кого-то толкнул, да? Тут он еще и невежливый. Аж до крови парня толкнул. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. На перерез пойдем. Че ж ты такой резвый-то? Ускориться я никак не могу. Час, наверное. Да-да, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Давай, 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 давай. Опа! Меня не перебегаешь. Потому что я бегаю не ногами, а кнопками. Так, что-то в ней спрятано, да? Какая-то записка, что ли, что это? Мистер Хосе Рамос обещает выступить... Ну что так быстро-то? Я даже не успел прочитать. Долговая расписка. В общем, Рамос должен этому парню крупную сумму. Ладно, заполнили. Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I paid my contributions, and I'm not getting hustled by you. Так, морфин из армейских запасов. Игрок и мелкий жулик содержит подпольную букмекерскую контору. Так, давайте смотреть. Долговая расписка. Рамос обещает выплатить Мерлину Отти Квайру $231, 0%. У Моргана найдены квитанции и морфин. Он говорит, что наркотики составляет Джонс. Морфин для продажи. Пропуск в синюю комнату. Но у этого можно только долговую расписку ему всучить. Больше мы у него ничего особо не нашли. Да. Ладно, давайте. Армия surplus морфин. Что вы можете сказать об этом? Я слышал об этом. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome. Он даже правду практически говорит. Так, что ему инкриминировать? Что-то я даже не знаю, сказать ему про морфин или сомневаться. Давайте еще раз посмотрим.
корешок с цифрами. Вот это может ему предъявить. Корешок с цифрами, найденный у погибшего Камана. Да, наверное, так и сделаем. Тройка. I don't know what you're talking about. I'll distribute for the LAPD, motherfucker. Так, корешок с цифрами, давайте применим. If this is a shakedown, I wish you get on with it. I can call my man from the 77th Division and have this all cleared up. Ага, хрен вам, блин. Долговая расписка Хосе Рамоса. We all owe somebody. Так, по-моему, даже правду говорит, давайте поверим. It's a gambling debt. The heaps took over the wire service and screwed me. Now I just do what I'm told. Run numbers and ship dope. Jose's no different. He just thinks he's a big man that can run up tabs. You're not the guy we want, Merlin. We're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you and fuck you. You'll never put a charge on me. Take this bum in. Так, не ту улику я ему предъявил, надо было, наверное. You got that? Yes, sir. Надо было, наверное, ему что-то другое предъявлять. Так, давайте узнаем адрес этих грузчиков. Нужны ли вообще для дела? Phelps, 1247. I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Just checking. Ramez Removals, corner Sunset and Wilton. Owned by a Jose Victor Ramez. Thanks. Отлично. Хосе Рамос – это тот паренек, который задолжал этому букмекеру. You can drive. Так, агентство Джонса или грузчики Рамоса? Давайте, наверное, к Джонсу сначала съездим. Что-то уж очень часто его имя фигурирует. Ну, мало ли, еще не дай бог к нему не съездим, он кого-нибудь свалит. Who? Marlon Hopgood, your informer. He was my corroborating witness in the Bishop case. Oh, right. Marlon. You're not still sore about that, are you? You made the case without him. He was an accessory to the abuse of the girl, Roy. As long as Hollywood exists, it's gonna be chewing up starry-eyed little girls. Marlon was small time. You caught the big fish. And look how much good it did your career. Oh my.